Всем привет! Это в продолжение рубрики «Бытовуха» Марина Бриз. Хочется вам рассказать, что я слушаю. Что я слушаю помимо песен, собственно, Марины Бриз. Ну, кстати, не так часто я слушаю свои песни, но иногда бывает такое настроение. Вот прям настроение бывает, что я могу залпом хоть целый альбом прослушать. Вот я еще так его анализирую, думаю, там, как можно было по-другому спеть. Ну, мне кажется, это все проходит. Одна из моих любимых песен Леонида Агутина «Дождь надоел» называется. Я считаю, что это одна из самых настроенческих песен. Я вообще считаю, что Леонид воспевает дождь, он это делает как-то по-особенному. Такая погода, она особое настроение создает, и вот оно передается в песне. Ну что, послушаем? Дождь надоел, солнце, но где ты скрылась? Что с тобой, родная, что случилось? С комаром дождь. Я помню летнее мероприятие в Санкт-Петербурге. Большая площадка на Дворцовой площади была. И мероприятие от русского радио, звезды русского радио. Ну и мы отлично выступили. Я считаю, мы зажгли тогда с девчонками. И мы с Ольгой Владимировной остались, подтопали по этой площади с этими кофрами, с тяжелыми, и просто услышали эту песню, и мы не смогли уйти, мы такие, мы остаемся. Девчонки уехали, мы остались, и еще танцевали там дальше. У Владимира Преснякова последние песни, они такой легкий позитивчик, то, что нам надо, то, что нам вообще не хватает в последнее время. Предлагаю послушать и потанцевать. Ничего не надо, мне с тобою рядом. Все нормально, у хулигана никакой печали, лишь небо за плечами. Когда мне было 15-16 лет, я обожала слушать рок. Я знала наизусть альбомы Avril Lavigne, я слушала Sum 41, Blink 182, Green Day, это все мои вообще фавориты были тогда. Я до сих пор нет-нет, но и какой-то рок популярный, так скажем, если так можно выразиться про рок, какие-то композиции я слушаю иногда. И вот ради, когда было годика 3, попросила: мама, включи вот эту. Тун-тун-тун-тун-тун. Вот так что предлагаю послушать. Группа The White Stripes. Ну, песенка-то драйвовая. Нам надо сейчас подзарядиться. Музыка бывает, звучит разное в моей машине, все от настроения зависит. Мне кажется, что иногда мы зацикливаемся на том, что мы уже знаем, что мы привыкли слышать, что вот уже проверенное, но никогда не поздно открыть для себя что-то новенькое. Всем хорошего настроения, хорошей музыки, ну и, конечно, не забывайте слушать песни Марины Бриз. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Ставьте лайки, пишите комментарии. А я поворачиваю налево. Тынч, 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 тынч.